Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Чтобы в очередной раз напомнить родителям о правилах безопасной перевозки детей, сотрудники ГИБДД в Славянском районе провели профилактический рейд. В Краснодарском крае увеличился рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В связи с этим сотрудники ГИБДД вышли на дороги Славянского района, чтобы в очередной раз напомнить водителям о необходимости детского удерживающего устройства. В целях стабилизации обстановки на территории Славянского района, как и Краснодарского края, с 21 по 25 проводится операция «Автокресло детям». Прежде всего, конечно, она направлена не на привлечение максимального количества водителей, перевозящих своих детей без детских удерживающих устройств, а в целях дисциплинирования и доведения до граждан, до их сознательности о том, что сама не является самой целью это, значит, применение каких-то штрафных санкций, хотя и штраф немалый, порядка 3000 рублей, а в целях того, чтобы уберечь жизни, здоровье, прежде всего, ваших детей. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД проверяют родителей и водителей на соблюдение требований безопасной перевозки детей-пассажиров. Дело это, несомненно, благое и полезное – напомнить родителям об их ответственности за жизнь детей. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими устройствами может стоить ребенку жизни. А самое безопасное и надежное из всех удерживающих устройств – детское автомобильное кресло. Штраф за то, что ребенок едет без специального кресла, сравнялся с ценой самого кресла и составляет 3000 рублей. Уважаемые родители-автовладельцы, помните, безопасность ваших маленьких пассажиров только в ваших руках. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».